Добро пожаловать в игру Rust. Для вас вещает Роман. И это видео будет посвящено камерам наблюдения. Появились, ну, уже давненько камеры наблюдения в игре и компьютерные столы. И все это вкупе вместе работает замечательно и позволяет следить за местностью и за некоторыми местами на карте. Ну, начну по порядку. Для того, чтобы пользоваться системой слежения, необходим компьютерный стол. Тут я их поставил аж две штуки. Крафтится он, ну, достаточно просто, хотя есть некоторые нюансы. Да, рецепт выпадает. Можно изучить на столе. Требуется верстак второго уровня, металл высокого качества, таргетинг компьютер. Ну и редкие детали, это вот РФ излучатель и РФ приемник. Вот эти вот два предмета падают, ну, достаточно редко. Но вообще, если играть на больших серверах, то и вот эти предметы, как собственно и сам компьютерный стол, можно купить в магазине у других людей. Я, если помню, стол для изучения купил где-то за 300 скрапа. Дальше нам потребуются еще сами камеры. Ну, камеры с этим проблем не возникает, они из военных ящиков довольно-таки часто выпадают. Камеру нужно будет подсоединить к электроэнергии. Требуется для работы камеры 5 единиц электричества. Нужно это иметь в виду. Сам компьютерный стол электроэнергию не требует, запитывать его надобности нет. Камеры устанавливаются с помощью киянки, их можно вращать. Сейчас я покажу. Я тут около нашего дома установил две камеры. Одну камеру поставил так, чтобы она смотрела на наш магазин. Вот эта камера. На камере с помощью, вот, по-моему, киянки можно задать направление, видите, set direction. То есть, куда я смотрю, вот если я сейчас нажму E, камера повернется в мою сторону. Вот. И вторую камеру я поставил здесь, как бы лодочная станция, ну и конюшня, коней еще нет. Тоже вот она сюда смотрит. Можно снять. Только я ее зря снял, конечно. Вот. Когда ставите, задаете ID. Ну, вот так вот пусть будет. Это для того, чтобы потом ее можно было отыскать, когда вы будете работать за компьютерной станцией. Ну, вот направление сейчас задам. Ну, вот, наверное, вот так, чтобы она смотрела. Даже чуть-чуть вот так. Так, да, и подключить ее надо. Надо ее подключить. Лена бегает. Так, где у меня... Так, куда-то я клал. Уже не помню куда. Давайте новый сделаем. Провод. Так, быстренько сделаем провод. Не надо было ее снимать, ну ладно, для видео пойдет. Так, и подключить ее тоже нужно. Так, сейчас мы ее быстро отключим. Видите, как я ее снял, и провод ушел.
Так. Так, 5 единиц электроэнергии должна работать. Все, теперь идем к компьютерному столу, и там будем мы уже управлять этими камерами. Я поставил два стола, сразу отвечу на вопрос, почему два стола компьютерных, а не один. Дело в том, что список камер на каждом компьютерном столе ограничен. Так, садимся. И вот здесь вот мы управляем нашими камерами. Вот эти две камеры мои, R1 и R1 и R2. Вот здесь вот задаем идентификатор, чтобы эту камеру отыскать. Ну, я уже здесь их задал. Первая камера, нет сигнала. Так, вот она, вторая камера. На первой камере нет сигнала. Может быть, ее нужно просто перезадать. Не знаю, потом разберусь. Наверное, да, нужно просто ее будет перезадать. Так, ну-ка давайте здесь попробуем. Или электроэнергии ей не хватает. Вот здесь видите список всех камер. Ну-ка посмотрим. А, вот, теперь работает. А там, видите, она что-то маленько барахлила. Ну вот тут работает, вот он. Вращать, к сожалению, ее нельзя никак. Эту камеру. Отсюда управлять ее только можно смотреть. Так, ну а тут, видите, ее просто нужно, наверное, будет переподключить. Да. Так, ну и список. Вот видите, здесь у меня большой список камер. Вообще удобная система наблюдений, так можно по всей карте расположить эти камеры и отслеживать местность. Ну и вот эти вот камеры, которые я здесь добавил, я сейчас быстренько по ним пройдусь, это камеры, которые установлены на РТ. Я нашел в интернете информацию по ID этих камер, которые расположены в разных местах. Ну и вот сейчас быстренько я вам их продемонстрирую. Две камеры на шаре расположены, идентификаторы вот называются вот так вот, дом 1. Камера вниз смотрит. Вторая камера наверху, как раз где стоят ящики, но, к сожалению, камера смотрит в противоположную сторону от ящиков. Ящики вот прямо за камерой стоят. То есть нельзя посмотреть, стоят камеры там или не, ящики или нет. Потом город бандитов. Там две камеры есть. Одна камера расположена около магазина оружейный, вон weapons написано, здесь продают оружие. И вторая камера расположена в казино. То есть, если кто-то играет в казино на рулетке, здесь тоже можно это отслеживать. Видите, даже видно, как крутится барабан и на каких цифрах он останавливается. Дальше. Камеры в городе Мирных. Ну, город NPC так называемый. Вот здесь камера одна смотрит на зону отдыха, ну, где музыка. Вот можно даже видеть, вон там, видите, вход. Два ученых, вот тут вот здание, где перерабатывающих стоит, ну то есть вот так вот. Еще одна камера там же смотрит прямо на нефтеперерабатывающий завод. Одна камера расположена на улице, смотрит она вот здесь вот на верстаки, здесь вот магазин. Там же есть еще камера, которая в зоне отдыха, так сказать, вот здесь, видите. Одна камера вот смотрела сюда, вот вторая камера смотрит сюда. Обратите внимание, звук тоже работает. То есть камера показывает не только картинку, но и передает звук. Слышно, как печка работает. И остальные камеры это на нефтевышках. Малая нефтевышка. Вот они, камеры. Обратите внимание. Два тела и лут. Видимо, какие-то игроки на этой вышке что-то тут пытались лутать. Видите, NPC нет. Это вот первый уровень. Это вот второй уровень. Кстати, вы слышите топанье ног? Похоже, там игрок какой-то бегает. Слышите, бочку лутит. Можно отслеживать. Это третий уровень. Сейчас мы, может быть, даже игрока увидим. Где он там бегает? Четвертый уровень, а вот он, видите, бегает. Вон сейчас военный ящик будет лутать. Раз, залутал военный ящик. Ну, не видно, к сожалению, ника игрока.
слышите, воюет с учеными. Так, это вертолетная площадка, наверное, вот здесь где-то. Вот вертолетная площадка. Вон ящик стоит, он еще, видимо, его не залутал. Где-то топает. Может быть, на третий этаж побежал. Нет, где-то наверху. А, вон он где-то. Так, сейчас вертолетную площадку покажу. Вот он сейчас будет ящик этот летать. Раз, залутал, видите? То есть очень так удобно отслеживать. Есть ученые, нет ученых. Если нет ученых, значит какой-то игрок уже тут все залутал. Так, ну и показана камера этой нефтевышки. Первый этаж, вот видите, кстати, его лодка. На лодке он сюда приплыл в одиночку. Всех вырубил. Бегает здесь, суетится. А этого кронного ящика нету. Ну, который запертый такой ящик. Вот он, видимо, его ищет. А его нет. Видите, суетится. Ну, вот так вот можно следить за игроком. И отслеживать. То есть, если вы собрались на нефтевышку и раз посмотрели по камерам. Есть там боты, нету там ботов. Стоит там ящик или не стоит. Вот тут ящик должен стоять. Видите, он что-то тут суетится. А, он там предохранитель вставлял, видимо. Ну, кстати, можно на карте посмотреть. Малая нефтевышка. Oil Rig. Ну вот, кронный ящик стоит, правда. Вот большая нефтевышка. Там тоже стоит кронный ящик. Здесь тоже стоит кронный ящик. Но его почему-то я не наблюдаю. Ну-ка, давайте еще разок. Или он его залутал. Или этот ящик еще не появился. Где-то бегает, топает. Третий этаж. Второй этаж. Вот он бегает. Побежал вниз, наверное, сейчас будет на лодку садиться. Так, первый этаж. Будет здесь спускаться. И вот там у него лодка стоит. Да, вот он, видите. Тук-тук-тук-тук бежит. Сейчас будет на лодку садиться. Смотрим. Вон, видите, раз. Сейчас здесь спустится, и там у него лодка. Вот он, раз. На лодку и уплывает. Залутал нефтевышку. Кстати, а почему-то у меня на карте Crown Crate так и стоит. Странно. То ли он этот ящик не нашел. Че, парень, уплываешь? Да, уплывает. Ну вот так, ребятки, видите, работают камеры на нефтевышке, на маленькой нефтевышке. Что-то затормозил. Чего ждем? Что-то он ждет. Нет, все, уплывает. Так, и на большой нефтевышке тоже расположены камеры, и там их больше, намного больше. Тоже быстренько вам покажу. Это вот первый уровень камеры стоит. Ну, вон, кстати, смотрите, видите, там уже ученые ходят. Это значит, что никого тут не было из игроков. Второй этаж. Тут четвертый уровень камеры вот так расположен. Здесь очень много камер на большой нефтевышке. Так. На третьем уровне несколько камер стоит. Вот ученые ходят. Вот тоже третий уровень. Так, это уже уровень шестой, последний, крыша, вот сколько тут много ученых ходит. Вот все это видно здесь. Дверь, кстати, обратите внимание, открыта. Вот здесь вот эту дверь нужно открывать с помощью красной карты, но она почему-то открыта. Ящики все на месте. Вот, видите, прям на дверь камера смотрит. Она почему-то открыта. Ну, там он, по-моему, ящик стоит. Ученые ходят. Так,
Это вот здесь причаливать. Кстати, там, по-моему, каяк стоит. Кто-то на каяке приплыл, и, видимо, этого паренька грохнули, а каяк так и остался здесь. Так, эта камера вот здесь наверх смотрит. И камера посадочная, где вертолеты приземляются. Так, ну и вот это вот моя камера в конюшне. Ну что же, вот, ребятки, вот так вот это работает. Система камер, система наблюдений. Очень удобно. Да, есть еще, тоже я в интернете нашел, одна камера в аэропорту, но она у меня почему-то здесь не работает. Вот она пишется вот так вот, Airfield. Она в гараже должна стоять. Гараж, вот, но у меня почему-то она не ставится, нет такой. Идентификатор не работает. Вот. Ну и список ограничен. Кстати, давайте посмотрим, какой здесь список. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 16 камер только. Дальше уже не влезай, поэтому пришлось вставить второй стол. Так, это что у меня не разработало, так ее переподключить надо. Это работает. Ну что же, ребятки, на этом заканчиваю видео. Очень и очень полезная штука. Компьютерные столы и камера наблюдения. Так что рекомендую пользоваться. Все, спасибо за внимание. И не забывайте, что Роман следит за вами. Как я следил за этим пареньком на нефтевышке, так я слежу и за другими игроками на РТ. Все, спасибо за внимание и до новых встреч. Не пропускайте дневники Раст. Увидимся. Всем пока.